На протяжении многих лет отделение микрохирургии глаза городской клинической больницы требовало ремонта. В прошлом году свою работу начал отремонтированный операционный блок медицинского отделения. За время ремонта рабочие провели демонтаж и облицовку стен, монтаж дверных блоков и окон. Установили подвесные потолки и проложили новый электрический кабель. Запустили отремонтированную систему отопления. В прошлом году мы переехали в новый операционный блок. Здесь был проведен в этом крыле ремонт. У нас появилось много новой мебели, красивые стены чистые, окна. В общем, хороший, приятный операционный блок. Новая вентиляционная система была запущена в работу. Вместе с отремонтированным операционным блоком отделение получило новое оборудование. Для удобства проведения операций и комфорта пациентов появились 4 новых операционных стола. Активно начали использоваться 3 фак-машины для лечения катаракты и патологии сетчатки глаза. Ежегодно за помощью в отделении микрохирургии глаза обращаются более 20 тысяч жителей Ульяновской области. В год проводится порядка 5 тысяч всевозможных операций, 500 из которых направлены на лечение сетчатки глаза. Ранее подобные операции в Ульяновской области не были возможны. То есть, если мы буквально 15 лет назад видели макулярный разрыв при возрастной макулодистрофии, мы, к сожалению, разводили руками чаще всего и говорили, констатировали этот факт перед пациентом. Сейчас мы этих пациентов берем на операцию, лечим и активно получаем прибавку по зрению. Хоть и небольшую, но тем не менее это ощутимо для пациентов с остаточным зрением. Специалисты отделения активно занимаются просвещением жителей региона. Проводятся уроки школы глаукомного больного. Врачи-офтальмологи регулярно выступают в средствах массовой информации с профилактическими беседами. По оценке врачей, сегодня глазная патология у жителей региона активно растет. В первую очередь это связано с чрезмерным использованием гаджетов. Именно поэтому врачи-офтальмологи настойчиво рекомендуют пользоваться техническими приспособлениями не более чем 30 минут с перерывом, а также проводить время на свежем воздухе, есть больше цветных фруктов и овощей, вести активный образ жизни. Максим Писарев, Герман Баранов, Управда ТВ.